Всем здравствуйте! Сегодня мы поговорим о кроссовке Saucony Ride 8 Gore-Tex. Кроссовок предназначен для осенних и зимних пробежек даже до минус 20 градусов. Основная технология – это Gore-Tex, мембрана, которая не промокает, но хорошо дышит. Верх кроссовка сделан бесшовно, технология называется Flex Film. Средняя подошва заложена Power Grid, амортизация, которая может выдержать вес до 200 кг. Кроссовки предназначены для бегунов, у кого нейтральная пронация. Перепад кроссовка с пятки к носку 8 мм. Подошва сделана из углеродистой резины XC900, что дает возможность бегать по мокрому и скользкому асфальту. То есть можно бежать, не ощущая дискомфорта ветра, снега, дождя мокрого. Мягкая модель, удобная, стабилизация хорошая. Меня все устраивает. Для зимних пробежек это идеальный вариант. Вам нужно их испытать, и вы ощутите разницу.